Наши новости начинают свою работу в эфире в студии Татьяна Голубева. Здравствуйте. В Рубцовске в жилом доме произошел взрыв бытового газа. Пострадала пожилая женщина. Она сумела самостоятельно выбраться из разрушенного дома. Трагедия случилась накануне днем. Местные жители, которые стали свидетелями ЧП, говорят, что был сильный взрыв, практически без огня. Люди предположили, что взорвался газовый баллон, но эта версия оказалась ошибочной. Спасатели вынесли его из руин целым. Вероятно, причиной трагедии стала утечка газа. Газ вроде каждый год у нас ходят, проверяют плиты. У вас по всей улице газ? Да, почти в каждом доме. Да, баллон либо 20 литров, либо 10 литров. Сейчас необходимо выяснить основную причину трагедии, чтобы избежать повторных взрывов. А пострадавшая жительница Рубцовска после того, как она пройдет лечение, власти города обещали помочь с жильем. В Рубцовске же правоохранители пресекли преступную деятельность сразу трех организованных групп. Участники группировки привлекали молодых горожанок к занятию проституцией. Причем среди ночных бабочек были даже несовершеннолетние особы. Прямо во время очередного заказа сотрудникам полиции удалось задержать троих организаторов сомнительного бизнеса, а также семь девушек легкого поведения. Но мы работаем девушками по вызову. Вызовы поступали из разных заведений города. Особо популярными местами для утех среди клиентов были городские бани, кафе и гостиницы. Их администраторы за символическую плату вызванивали так называемых поставщиков девиц. Все роли среди главарей банды были четко распределены. Один из участников занимался арендой квартир, другой даже не постеснялся привлечь отца в качестве водителя. В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 241 Уголовного кодекса Российской Федерации «Организация занятия проституцией». Среди задержанных, которые подозреваются в организации незаконного бизнеса, трое жителей города Рубцовска. Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит крупный штраф либо до 5 лет лишения свободы. Накануне в Барнауле состоялась первая встреча участников юбилейного 5-го по счету сезона театрального проекта «Большая сцена». Его ежегодно организует журнал «Автограф». Режиссеры, артисты и жюри спектакля обещают, этот сезон «Большой сцены» будет фееричным. Владельцы бизнеса, топ-менеджеры, общественники, журналисты. Перед вами участники юбилейного сезона «Большой сцены». Все они хотят испытать себя в актерском амплуа. Работать с ними будут профессиональные режиссеры, среди которых заслуженный работник культуры РФ Леонид Черкашининов. Студенты, ты их отбираешь на экзамене, кого-то отсеиваешь, кто-то прошел. А здесь же не отбираешь, тут ты выбрал. И вот то, что ты взял, ты должен попробовать разбудить в человеке того зверя, который в нем спит. Юбилейный сезон пройдет при поддержке Комитета по культуре города. Уже известна дата премьеры – 18 апреля. Участники выйдут на сцену Дворца культуры Барнаула, обновленный зал которого рассчитан почти на 800 мест. И движение сцены, и огонь, дым, пыль, вода – все, что пожелаете, пожалуйста, на этой сцене может быть. Самим участникам интересно проследить, какими они пришли и какими уйдут с большой сцены. Ведь это не просто проект, а колоссальный опыт. За 4 сезона в этом убедилось более 80 человек, которые приняли участие в проекте. Кто-то из них возвращается на большую сцену спустя несколько лет. Я, наверное, соскучилась по большой сцене. Надоело мне смотреть со зрительного зала. Я решила снова пойти на преодоление себя, потому что однозначно это преодоление себя. Еще одна задача проекта – благотворительная. Часть средств, вырученных с продажи билетов, организаторы пожертвуют на благие дела. А пока режиссеры работают над сценарием. Каким будет спектакль, держится в секрете. В ближайших выпусках мы раскроем все тайны 5-го сезона «Большой сцены». А в онкоотделении Краевой детской больницы в Барнауле состоялся целый концерт, на котором звучали только колыбельные. Исполнитель песен Наталья Фаустова уверена, такая музыкальная терапия может творить чудеса. Даже если ребенок болен раком, его состояние могут облегчить правильные песни. На приглашение выступить в детском онкоотделении Наталья ответила сразу. По словам женщины, в колыбельных особенно нуждаются дети, которые находятся в больницах или воспитываются в приемных семьях. Восполнить внутренние силы малышам помогают песни. Как рассказывает Наталья, мелодии возрождают доверие ребенка к миру. Матерь Божья любит нас и в обиду не отдаст. На этой почве
практически возрастают все цветы жизни. То есть и развитие интеллектуальное, и музыкальное, и эмоциональный интеллект, и, конечно же, психологическая связь с родителями. То, что сейчас очень сильно страдает в наше время. Как следствие, этот эмоциональный фон помогает бороться с любой болезнью, в том числе раком. Это выступление прошло в рамках международного социокультурного проекта «Колыбельные для всей семьи». Автором и является Наталья Фаустова. Она отметила, что в Барнауле проект продвигают особенно активно. Также с ним знакомы в городах Центральной России и даже Европы. На Алтай музыкальный терапевт обещала вернуться вновь, а пока передала в Центр материнства и детства книги для малышей и диски с колыбельными. И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды компании «Эвалар». Реагируйте на погоду. В любую погоду лекарство «Гинкоум» способно устранить головную боль, головокружение, шум в ушах. «Гинкоум» в два раза дешевле аналога. Почувствуйте разницу. «Эвалар» – выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. В крае переменная облачность, без осадков. В Рубцовске, Алейске и Змеиногорске минус 25 до 30 градусов. В Заринске, в Барнауле без осадков, температура днем 27 градусов мороза. Телефон редакции в Барнауле 722-440. У меня на этом все новости. До встречи.